18 августа 1930 года в Чувашской АССР на базе Совета науки и культуры было организовано научно-исследовательское учреждение – гуманитарный институт. 85 лет его сотрудники изучают экономику, язык, культуру и быт Чувашской республики. За 85 лет удалось сделать многое – собрать богатую библиотеку и научный архив, провести сотни археологических и этнографических экспедиций. Многочисленные труды сотрудников института известны не только в пределах страны, но и за рубежом. Наука, если так уж можно выразиться, создана нашими сотрудниками на высоком уровне. Вот о нашей науке, о Чувашской, я имею в виду, знают болгары, немцы, венгры и многие другие европейские народы. Мы с ними дружим, их любим. Уже три поколения исследователей вкладывают свои силы и знания в чувашеведение. Среди них кандидаты и доктора наук. Работать на благо науки хоть и сложно, но очень интересно. Очень много воспоминаний связано с экспедициями, когда мы выезжаем в районы Чувашии, также за пределы Чувашии, когда мы собираем основной материал по истории культуры чувашского народа. Это общение с простыми жителями, носителями наших традиций основных. Три направления – историческое, филологическое и искусствоведческое – определяют дальнейшее развитие научного центра. Памятники каменного века в Поволжье и культура современной Чувашии, народная музыка и живопись нашего времени, преобразование местного языка – впереди еще очень много открытий. И мы полны надежд, полны сил и думаю, что мы будем все эти проекты успешно реализовывать. И в то же время задача, помимо той основной научной деятельности, мы должны заниматься научным популярным просвещением нашей общественности. Екатерина Куприна, Игорь Зверев, Республика.